полицейские Алматинской области за последние 4 месяца задержали 85 преступных группировок. Уже доказана их причастность к 182 фактам кражи чужого имущества. От домашнего скота, сотовых телефонов до проникновения в квартиры и дома жителей области. Сейчас полицейские продолжают следствие и выясняют причастность задержанных к другим преступлениям. 70% из всех регистрируемых преступлений составляют кражи чужого имущества, треть из которых является квартирными кражами. Буквально на днях в городе Талдыкурган была задержана преступная группа, которым доказана причастность к совершению 7 эпизодов квартирных краж.